Сегодня в Джоборе будет проводиться операция по зачистке оставшихся под контролем боевиков корпусов школы. Солдаты по ночам стали слышать подземные работы, и бульдозером был скрыт вот этот подземный ход. Тоннель ведет в центр Джобора. Глубина залегания более 20 метров. Здесь сирийские солдаты были в дозоре, следя за тем, чтобы из этого хода не появились боевики и не атаковали позиции сирийской армии. Мы направляемся в офисное здание, которое находится напротив школы. Боевики были в этом здании около месяца и отступили под давлением сирийской армии. Теперь здесь солдаты вот уже как год несут службу в сотни метров от противника. Это поле боя сегодня. Первые три корпуса школы находятся под контролем подразделений сирийской армии. Далее все корпуса под контролем боевиков. Помогает удерживать позиции террористам вот это здание. Площадь этого строения более 2000 квадратных метров и 3 этажа высотой, с большим количеством перекрытий. Обстрелу подвергается одна сторона этого здания. При обстреле здания обрушиваются этажи фасада, но все остальное строение остается относительно невредимым и позволяет боевикам успешно держать оборону. Эти здания также частично находятся под контролем боевиков. На видео, которое выложено в интернете террористами, отчетливо видно, как они воюют из этого здания, нанося удары из РПГ и обстреливают пехотинцев сирийской армии с огнестрельного оружия. Из этих верхних этажей боевики активно обстреливали позиции сирийской армии, и чтобы не дать им эту возможность, верхний этаж был сложен обстрелом из танков. Но из-под самих завалов осталась возможность стрелять снайперам, чем они активно пользуются и постоянно обстреливают солдат сирийской армии. Сейчас наносится бомбовый удар по позициям боевиков. Цель удара – бить в тыл атакуемым позициям, чтобы разрезать коммуникации боевиков и не дать живой силе свободно перемещаться между позициями. Один из солдат подготавливает позиции для снайпера, который сегодня будет вести огонь по стрелкам террористов. Пять метров вперед. Давай 5 метров вперед. Вот, отлично. То, что когда-то было центром деловой активности, сегодня стало линией фронта. Боевики различных группировок, в том числе и фронта Ан-Нусра, хорошо научились у иностранных инструкторов оборудовать из мирных кварталов линии обороны. Они не нацелены на созидание,
Они ориентированы на построение общества со средневековыми нравами и нетерпимостью ко всем инакомыслящим. Снимать надо осторожно. До боевиков не более 100 метров. Кажущаяся тишина таит в себе опасность. Снайпер боевиков в любой момент может выстрелить, если заметит нас. Мы перемещаемся на другую позицию, откуда мне будет удобнее снимать. Пока мы перебегаем на другую позицию, один из танков двигается на линию огня во дворе школы. Там боевики напротив, надо быть осторожным. Здесь нам надо быть осторожными, потому что боевики находятся от нас в 30-40 метрах, и если сильно светиться, то они могут обнаружить нас, а затем обстрелять. Бизнес-центр в 30 метрах от нас, частично занят солдатами сирийской армии, а частично удерживается боевиками. Все готовы и ждут начала работы. В первом этаже офисного здания занимает позицию БМП-2. Узкий сектор обстрела отсюда компенсируется надежным укрытием боевой машины. Отсюда экипаж сможет бить между школой и бизнес-центром. В это время танк заходит во двор школы и движется к атакуемым позициям. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.